Стало время брить мулы. С неба стоят рама, золотая брить мула, где чинар притулилась под скалу. Речмула, речмулы, речмуле, речмулу, речмулою. Как тебя жужжит на духа вечная пчела. Речмула, речмуле, речмулою. Был я мальчуга, и в те годы не раз прозеленый чинга слушал мамин рассказ, как возил детвору в речмулу тарантас. Тарантас назывался ногою, и душа рисовала картины в тоске, будто еду в орбе на своем пешаке. А чинганские горы царят вдалеке, и безумно прекрасны собою. Но прошло мое детство, и юность прошла, и я понял, не помню, какого числа, что сгорят мои годы, и вовсе дотла, как пустые, как дым разговоры. И тогда я решил распроститься с Москвой, и вдвоем со своей еще не вдовой, только ему прояснить свой досуг и готов. Мы залезли в долги и купили орду, запрягли ишака со звездой в лапу и вручили свою отпускную судьбу. Ишаку в садоку Туркестана, а на крыльском мосту рюкзаны вам груди. Я с орды разглядел сквозь туман и дожди, как чинганские горы царят впереди, и зовут и сверкает чекан. С той поры я орву, обживаю свою, и вдвою в пути небольшую семью. Будапешт и Калуга, Париж и Кенью любовались моею орвою. На Камчатке ишак угодил полынью, мои дети орут, а я песни пою, и чинган освещает дорогу мою. Безумно прекрасен собой, сладострастная трава, золотая причмула, ветчина. Очередная никитинская встреча для детей и родителей состоится в ближайшую субботу, вот, в Дворце пионеров. Только не в 3 часа, а в 12 часов. Вначале будет спектакль театра «Экспромт Муха Цокотуха», а потом будут новогодние гости. В общем, будет весело и интересно. 15-го, это вот в субботу ближайшую.
28-го мы с Татьяной и с нашими друзьями, с Мишей и с Игорем в Доме ученых. 29-го это уже стало традицией в Доме музыки, вот тем же составом, может быть, какие-то еще гости будут, тоже вот Татьяна. Потом здесь, 8 января, вот, значит, вот в этом составе плюс Татьяна. Вот, так что у нас с вами могут быть еще встречи. А, ну, может быть, какой-то вопрос будет? Или пожелание? Еще, да? Я не вижу. Это на следующий раз. Это, да, я обязательно все записки прочитаю. Да. Сейчас вы меня извините, попробую исполнить песню тоже из студенческой молодости. Тут надо будет одна моя гитара, ее можно подукрасить. Это стихи Геннадия Иванова, нашего физфаковского поэта «Царство небесное». «Снежный вальс». Я помню, что эти стихи были посвящены Татьяне Садыковой. Она еще не была Никитиной. «Снежный вальс». Звучит для нас, если даже кругом тишина, если кончились все слова и осталась печаль одна. Год пролетел, как сон, поле метель улеглась, еле звенят в унисон. Начинается снежный вальс. И легко, и беззаботно, и безумно, и беспечно скрылось все за поворотом. Улетая бесконечность, я как снег в ладонях таю. Я и первый, и последний в снежном вальсе улетаю, врастаю в шубу снегу. Ты куда летишь, не знаешь, и зачем летишь со мною? Я ведь в небо улетаю над землею головою. Не клади на плечи руки, не смотри, не улыбайся. В этом вихре, в этом круге, бесконечном снежном вальсе. Тебе.
веселый стол. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают. И не до сна, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Приходит Я вот сюда этот столик приду.